Участие в концерте приняли и родители учеников. Небольшой мюзикл «Иван Васильевич меняет профессию» подготовили буквально за неделю. Здесь нужны побольше румян, да? Да, 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 да. Потому что что-то как-то этот, мне кажется, бледновато как-то получается. На сцене как раз-таки будет все гораздо бледнее казаться. Для того, чтобы поставить этот номер, хватило лишь одной полуторачасовой репетиции. Чего не скажешь о маленьком танцевальном коллективе. Мандаринки учили свой танец около 3 месяцев. В этой же команде выступает и внучка Светланы Телаковой, Виктория. Сложности на самом деле не возникло, потому что все движения, ну, берутся от детей. То есть ты на них смотришь, когда они двигаются под музыку, и понимаешь, какие движения им ближе. Они каждый день ее репетировали, и то есть уже когда звучат звуки музыки, они уже сами понимают, что делать. Они прям уже бегут, встают и готовы. Творческий вечер дочь Светланы Телаковой Наталья планирует сделать ежегодным и привлекать как можно больше творческих коллективов города.